Ребят, всем доброго времени суток. Сегодня у нас как бы хорошая погода, отличная, можно сказать, классная видимость. И сегодня опять я вот хочу полетать на очень маленьком плаке. Значит, напомню, что это зверюга, это борт, который напечатан из оригинального файла Алексея Салюта, значит, в уменьшенном масштабе. Масштаб от оригинала где-то 66%. Ну, чуть больше. Значит, размах его получился вместе с винглетами в районе 600 миллиметров, может быть, чуть меньше. Стоит пятый проб, хотя пришлось немножко у него подогнуть законцовочки, потому что чуть-чуть цепляли за стабилизатор. Потом, возможно, сделаю чуть пошире фюзеляж, и законцовочки уже будут прямые на 5-дюймовом пробе. Так что вот у него стоит батареечка 3S 1500, старенькая, стоит пока еще, значит, аналоговый видеопередатчик на 600 мВт и ЕЛРС. Борт, ну, под собой подразумевает просто веселую маленькую игрушку с полетным контроллером, очень компактную, которую можно легко уместить в пакете. Короче, в майке. Вот. А время полета ориентировочно 10-15 минут. И, скорее всего, в ближайшее время я буду переводить его на цифру. Может быть, перепечатаю. Потому что это был очень неаккуратный и очень опытный образец, экспериментальный. А может быть, оставлю в этом фюзеляже, потому что пока к нему сильных замечаний нет. Единственное, конечно, советую не экономить на сервоприводах. Там сейчас стоят 3,7 грамм массировый какой-то нонейм. Мне не нравится. Я с ними стараюсь очень осторожничать. Потому что часто срезала шестеренки в рутерах. Так что, ребята, на сервах лучше сильно не экономить.